Хабиб Нурмагомедов вошел в десятку списка Forbes по доходам в Instagram. Дагестанский спортсмен занял 6-ю строчку в российской версии журнала. За год его доход от рекламы в социальной сети составил 600 тысяч долларов. Если переводить на рубли, то выходит более 45 миллионов рублей. В редакции журнала напомнили, что впервые представили рейтинг в прошлом году. В новой версии появилось сразу 6 новых людей.